Самое настоящее озеро из мазута образовалось в Усть-Абакане еще 6 лет назад. Около 300 кубометров нефтепродукта вылил завод «Мибиэкс», который занимался производством технического спирта. Но ни руководство предприятия, ни местные власти даже не пытались устранить мазутное озеро. Попросить наш центр ОНФ посодействовать в выделении федеральных средств, потому что средств бюджета республики не хватит для ликвидации данного загрязнения. С такими позициями мы едем. Также активисты ОНФ от Хакасии намерены поднять на конференции наболевший вопрос лесного законодательства. Реформа лесного хозяйства 2006 года полностью ликвидировала лесхозы. Это привело к значительному сокращению кадров. А из-за низкой зарплаты молодые специалисты не хотят идти работать в лесную отрасль.